Однако можно писать и запускать программы на языке Python, не устанавливая себе на компьютер никакого дополнительного программного обеспечения. Для этого мы будем использовать сайт Vacari. Вы можете зайти на этот сайт, адрес vacari.io. На сайте вам необходимо указать желаемое имя пользователя, ваш e-mail, пароль, щелкнуть галочку, что вы согласны с условиями, и зарегистрироваться. Когда вы зайдете на сайт, нажмите на синюю кнопочку New Notebook, и перед вами откроется так называемый IPython Notebook. IPython Notebook — это такая специальная надстройка над языком Python, где можно в интерактивном режиме писать программу и видеть результат ее исполнения. Поскольку мы используем третью версию Python, то здесь вам необходимо выбрать environment, последнюю опцию. np18py3319. Важно, чтобы py после py было написано 3. Это будет третья версия языка Python. Все перегрузится. И теперь в ячейках, где написано in, мы можем писать программу, фрагменты программы. Ну, например, можем посчитать сумму. И дальше можем запустить на исполнение сразу написанный фрагмент с помощью такой вот кнопочки Run Cell. Либо же можно нажать комбинацию клавиш Shift Enter. Это приведет к тому же самому. Ячейка, которая была выделена зеленой рамочкой. Код, записанный в этой ячейке, запустится. Результат исполнения будет виден в следующей строчке, там, где написано Out.